Выходные отличились большим количеством страшных новостей о гибели на северных реках. Так, 8 июля в Ухтинском поселке Парма утонула женщина, а в селе Дутово Вуктыльского района 17-летний подросток. Днем позже трагедия случилась на фестивале йоги и творчества в сыктывкарском местечке Алешино. Погиб 5-летний мальчик. Как сообщают очевидцы, медики пытались откачать ребенка в течение 15 минут, но безуспешно. В этот же день на Вычегде в районе поселка Трехозерка утонул мужчина. 88-го года рождения. Во всех случаях инциденты произошли в необорудованных для купания местах. МЧС в очередной раз напоминает: осторожность на водных объектах превыше всего.